много букв. Не хочется буквы читать. Так, ладно, в принципе, окей, половину понял, половину нет, нормально, стабильно работаем. Но мы все обследовали реально, кроме двух, короче, локаций, нам две локации осталось закрыть. Блин, такая большая игра, капец большая игра. Короче, Казиныч, понятно, Казиныч. Платишь депозит, итерации, типа, копаешь-копаешь, что-то находишь, либо не находишь, все понятно, просто чисто Казиныч. Всем доброго времени суток, дорогие друзья, продолжаем с вами проходить Амори. И в прошлой серии... А что мы сделали в прошлой серии? Мы в прошлой серии... Победили ведьм? Да, кстати, мы нифига себе, что сделали в прошлой серии. Победили ведьм и победили, между прочим... забыл уже, как этого кита зовут. Ну, короче, кита, в котором мы, так сказать, дрались с ведьмами. И сейчас... вместо кита у нас вороночка, в которую мы, скорее всего, сейчас попадем. И я даже не знаю, что нас вообще тут может ожидать, в принципе. Ну да ладно. Но мы же кита прям... прям ведь вроде как убили. Ты вновь пришел в поисках... Ты вновь пришел в поисках правды. Допустим. Каждый раз твои приключения не похожи друг на друга, но конец каждого пути приведет тебя сюда. Правда. Лишь правда всегда неизменна. Так, а, в смысле, сюда? Куда сюда? Каждое мое приключение приводило меня, значит, в реальность. Я просыпался и шел по своим делам. А, не сюда. Дорога к правде раньше была здесь, но она была утеряна. А, убрана. Убрана. Ее перенесло на маяк у причала. Затем библиотеку, утопленную глубоко под землей. А после в старый сарай на далекой планете. И в этот раз она будет в сердце бескрайнего леса. А, ну я помню, ладно, я это все помню. Неважно, сколько раз дорога была сокрыта, цветочный мальчик все равно найдет ее. Так, речь про Бэзила. И твоя дорога... А, ты. И твоя дорогая сестра Мари всегда направит тебя к ней. Даже являясь пустыми оболочками, они продолжат расти. Каждый раз они будут отращивать крылья и подлетать слишком близко к солнцу. Так, такова их природа. Они единственные, кто знает правду. И одна из них унесла ее за собой в могилу. Так, что-то какая-то уже витиеватая шляпа начинает проклевываться. Наверное, про Мари, да, идет речь? Может, смерть здесь и не угроза, но воспоминания о ней не угасают. Множество раз твоим друзьям придется встретиться с их печальной судьбой. И хотя они возвращаются снова и снова, самые страшные призраки не покинут этот мир, даже если от них остались одни кости. Наверное, навечно потерянные опускаются сюда. На дно глубокого колодца и становятся ничем. Ты их предал, но они все равно жаждут твоей заботы. Их души помнят лишь как кричать, моля о помощи. Сжалишься ли ты над ними? Да мне вообще похуй, честно говоря. Ну, так вот, если по факту брать. Твоя дорогая сестра Мари с травмой колена. Так, узнаем, узнаем, узнаем. Ты не мог бы выдержать ее повторной смерти, потому что... Потому ей была дана безопасность одеяла для пикников. Это прям... Ты мне сейчас рассказываешь структуру вообще моего сна. Ладно. Я понял. И все же ее природа покидать ее ради твоей защиты. Всякий раз она покинет тебя и будет рождена вновь с бессмертной душой, на которую ты ее обрек. Ничего никого не обрекал, блин. В смысле? Души, данные твоим друзьям, они хрупкие и должны оберегаться. Поэтому они должны продолжать спать. Но дорога к правде ближе к твоей самой дорогой комнате, чем когда-либо. Сможешь ли ты захоронить ее в этот раз? Возможно, уже слишком поздно.
Так, ладно, в принципе, окей. Половину понял, половину нет. Нормально, стабильно работаем. В принципе, вполне адекватно. А почему с травмой колена? Ну, травма колена у девочки. А умерла-то она как? Ну да ладно. Ты знаешь о клавишах, ключах к другому измерению. Каждый раз они разные, но они открывают одну и ту же дверь. Конец приключения ведет к страданиям. Но если ты не посмотришь правде в глаза, ты не сможешь продолжить. Эта форма, даже если она еще не показала себя, является злом. Ты не увидишь этого, если не будешь с ней бороться. Когда твои намерения размоются, они просочатся в этот мир, как густой туман. Ты поймешь, когда это произойдет. Это уже происходило. Сейчас же тебе стоит вернуться туда, где правда была рождена. В самое сердце леса. И как много раз до этого попытаться пересилить свою судьбу. Будешь ли ты обречен ходить по кругу снова и снова? Или ты сможешь разомкнуть его? Я надеюсь, что смогу все-таки разомкнуть круг. И мне, между прочим, книги нужно отдать. Мне столько всего нужно отдать, на самом деле, по квестам, я имею в виду. Я же побочки-то тоже, в принципе, выполнял. То есть, вот как хотя бы анекдоты рассказать. И книгу, по-моему, кому-то дать. Исследуй мир, пока можешь, грезящий. Пока в нем ничего не останется. Ну, пока 3 дня не пройдет, как бы, и мы не переедем. Это понятное дело. Опять это хреновина, кстати, если что. А тут, по-моему, вообще... Я нахожу лишние буквы и строю себе виселицу. А мне нужно реальные буквы какие-то собирать. Слушай, я понял. То есть мне лишние буквы вообще нельзя собирать, тогда я типа виселица это будет. А мне нужно well 2L, а или нет, подожди. To black space. То есть мне нужно меж огромных вертушек, непонятно где. Но мне в комментах писали, где мне нужно клавиши забрать. Вот, меж огромных вертушек space. Чтобы был Black. А, тоже, кстати, Black меж огромных вертушек получается тогда. Одна и та же буква. А вот, ну, ту. Это, окей, это О. Среди других О. Отлично. Непонятно. Well. А, в смысле? Well me to Black space. А, V. Лос, ви, мы, не, жек, что это за буквы-то? Ну ладно, разберемся, понаходим. Так, и чё, правда здесь родилась? Или где? О, подожди, нет. Чё, змейка что-то скажет? Видимо, нет. Могу, видать... Сюда, а могу вернуться в пространство. Подожди-ка, ну-ка. А что меня там ждет? Меня там вообще что-то ждет? Ну давай пока вернемся. Может, что-нибудь интересное здесь будет. Прям лампочка, кстати, горит. Она, по-моему, все ярче и раньше. Ярче горит. Сейчас. Ну нет, здесь ладно. Здесь ничего интересного. Погнали обратно в сон. Меж огромных вертушек. Это где? Но мне, короче, некорректно это собирать не надо. Я так понимаю. То есть мне нужно именно корректные вот фразочку собрать. А весь трэш... Весь трэш не нужен, короче. Так чё, друзья, погнали. И... А, готов идти? Да, конечно, конечно, погнали. Я уж думал, они забагались. Все, идти готов. Так, значит, карта. Бескрайний лес, деревня Ростократов, глубокий колодец. А, еще локация и еще локация. А, вон огромные вертушки в натуре.
Я, кстати, много букв. Ну ладно, смотри. Огромные вертушки, окей. Нам туда еще нужно сгонять, по-любому. А, и вэл... Вот что вэл? Меж других о... И получается well me to backspace. Что значит это? Типа V lost. Нет. V lie me to backspace. Well. Еще L. Well me. Да нет, херня какая-то, блин, честно говоря. Так, бескрайний лес, пенек, внеземелье и немножко ниже, к другой, там вертушки. Ну мы все обследовали реально, кроме двух, короче, локаций. Нам две локации осталось закрыть. Погнали, короче, на другие ветряки тогда. Найдем с С. А, подожди, нет, это мы сейчас пойдем в внеземелье. А нам в внеземелье не надо идти. Мы прям так долго спим. Мы столько, типа, мы прям целую локацию закрыли, по факту. Ой, давай что-нибудь закупимся. Может, что-нибудь можно купить прикольное? Ну, по-моему, у него... У меня 14 косарей. Ну, по-моему, там ни хрена не купить. Ну, капец. Всем врагам снижают их скорость. Давай, 4 штуки возьму. Окей, пойдет. Сок яблочный херня, конфета херня. Ну, я как бы... Окей. Я куплю этих конфет, но, блин, это бредятина, конечно, все. Так, по-моему, сюда. Да, мы немножко ниже, и сейчас вот пойдем как раз-таки к вертушкам. Все, вот. Да, иди, твою мать. Кролик, ну вообще нет. Ну вообще нет, кролик, нет, вообще нет. Опять следы. Да иди нахрен. Сраный. Да фак. Нет. Пам-пам-пам, пара-па-пам-пам-пам-пам-пам. Пам-пам-пам. Пам-пам-пам. Во! Все. Погнали на ветряки. Теперь мы А мы точно туда поднимаемся, к ветрякам? Надеюсь. Да. Найс, слушай, к ветрякам реально поднялись. Здесь мы еще не были. Что, заставить ветряк крутиться? Как там свапаться между остальными быстро? Как-то можно свапаться же, говорили, вроде как. Тап. Не, не через альт. А как Ctrl? Нет. Подожди, а как? Ну-ка, управление. Вверх выбрать. Z. А, не, бег поймать. А, на А. На А. Вот это нормально. Слушай, удобно. Спагетти. Мне прям реально нужно... А, на А. Все. Угу. О, а вот и С. Это было легко. Одна клавиша осталась. Одна клавиша? А, welcome. То есть все. Мне сейчас виселицу собирать нельзя. Мне нужно забрать только одну О. И все. Welcome to... Welcome to Black Space. Все, меня Ми смутило просто. Среди других О. Пипец. Ладно. О, дырка. Ну-ка давай. Слышь, собака. Охренела, что ли, вообще? Что-то попутала, блин. Так, Мари, мы фуловые? Мы фуловые. Угу. Да, давай сохранимся. Лес вертушек. А, и это все? А тут вообще что-то, ничего нет, что ли? Мальчик очень внимательно следит за своим воздушным змеем. Хотите его потревожить? Я просто мальчик с воздушным змеем. Пускай так и не кажется, но мы связаны неразрывными узами. Такое не каждому дано понять. Ну, тенью, потому что это тень все, это не змей, это зло, блин.
Покажем, насколько мы сильны, работая сообща. А, да? Ладно. Я понял. Так. Давай-ка с Келом опять посчастливимся. Напряжемся. Тут пока в защиту уйдем. Ну-ка. Он опять сбреет все хп мне. Он по-любому имбалансный жестко. Вот стопудово. А, не, слушай. Ладно. Изи так-то. Ну давай пырнем. Не, надо мальчика сначала пырять. По-любому. А, такой фрагмент становится счастливой. Давай. Ты давай отскоком. А Хира, да просто атака. Пойдет. Найс. Да, изи. Просто изи. Я посмотрю, сколько мы ему кацанули, но мне кажется, что мы ему мощно пронесли сейчас. Ладно, он слабый, короче. Он ультра слабый. Так, ну-ка давай порубить. О! Так, все, ГГ. Все, ГГ. Ну и Хира давай там атакуй. Любую цель вообще. Ну и Мгабелла. Нет, только не это. Ветер слабеет. Ой, какая жалость. Какая... Просто докопались до мальчика и отхерачили его. Но у нас со змеем нарушилась связь. Как мы могли проиграть? Что-то взяли, докопались реально просто для пацана. И... Зачем? Чтобы что? Может, мне и моему змею стоит слетать куда-нибудь еще? Хотите позапускать змею с друзьями? Да нет, в принципе. Я бы вот похавал. Па-па-па-па. Все, сохранимся. Замечательно. Что эти зеркала вообще здесь делают? Типа, в чем прикол? Ой. А что это за штуки? Их, наверное, Хира подбирает. Я что-то вот забываю постоянно. А Хира-то высокий. Не-не-не-не, Хира. А что это за шапки реально? Ну, типа... Вообще просто... Блин, я все равно привык так выбирать. И все это, весь лес вертушек? Так а тут ни хрена нет. Вы вообще в курсе, что здесь ни хрена нет? Ну, и сраный кролик, который, ну, вообще не алё. Так, ладно. Лес вертушек. И все. Ну, видать, осталась локация, египетская локация какая-то последняя. Получается так. Получается, направляемся в последнюю, короче, в последнюю локацию во сне. Это египетская лока. А написано, типа, осталось 2 дня. Не, ну это, видишь, последняя исследованная локация, в принципе. А, нет, здесь ничего не надо нам. То есть, ничего же не мешает нам по уже изведанным локациям, да, гулять, правильно? Так, а Пута Экспресс это... Это куда мы полетим, если что? Так. А чё, куда полетели-то мы? Это во внеземелье полетели, что ли, или чё? А, бескрайний лес, глубокий колодец, неважно. Бескрайний лес... А, бескрайний в лес светлячков. Блин, я забыл уже лес светлячков, бескрайний лес. Блин, я не знаю. Подожди. Лес светлячков. Ой, да мы так дойдем до этого, господи. До бескрайнего леса до этого. Просто налево и все. А мне там книгу надо сдать и все такое. Ясен пень.
Сейчас сами дойдем. И нормально. Да, войди, пожалуйста. А, подожди, это грибобасы какие-то. Не, подожди. Нам грибобасы не нужны. Стопэ. Опа, замансили. Сейчас быстренько в центр добежим. И туда налево. А чё так далеко-то? А, мы правильно идем-то хоть? А, мы куда-то... А, и подожди, это мы идем в Крастократам. А нам Крастократам не надо, нам вот сюда вот надо. Нет. Подожди, блядь. Чуть немного не туда, походу, ушли. Нам сейчас наверх. А, вокзал. А мы что-то нашли там, нет? А, 15 кроликов. Ага. Ага. Понял. А ну стоять, вы не можете пройти без... Во, это билет на поезд, вы должны быть последние пассажиры. Мы очень долго вас ждали. А, все, правильно, мне вот сюда и надо. Ну, мне все ясно, добро пожаловать на борт, клиенты. Окей. Слушай, погнали на поезд. А куда мы поедем? Не, ну в египетскую хрень, скорее всего, мы поедем. Ну ладно, погнали. Угу. Да, на поезде мы еще не катались. По любому куток у нас завезут. Интересную новую. А потому что все. Больше ловить уже нечего. Здесь это не там, где дом. Здесь это не там, где дом. Здесь не дом. Где же дом? Где же дом? Там что-то еще было. А, здесь не дом, но где дом? Понятно. Поезд едет. Может нам посидеть, подождать, я не знаю. Ну, прям вот, чё. Будем в динамике ждать, пока приедем? Или все-таки нам бежать? И чё? А, типа наши глаза к свету привыкли. О-о-о-о! Опять блядство какое-то полезло, я понял. У нас еще и боязнь поездов, видать. Ну, допустим. Опа! Залупа какая-то. Сейчас мы тебя пидорнем, держу в курсе. Какой-то олень кринжовый. Страх, страх, страх. Алло, море спокойствия. Но мы грустим, короче, обри. Они боятся все. А, ну они могут атаковать. Ну давай. А не, я не буду пырять, я тебя просто порублю, да и все. А тебе мы будем херачить. Строк. Ни хрена по имени меня называют. Нормально. Нормально по дэмэджу. Ой, как хорошо. О, да мы бахнем его вообще на изи. Мне нравится уже. Мне уже дэмэдж нравится. Строк. Мне жаль. Чего жаль тебе? Все? Уважаемые пассажиры, наш поезд прибыл на конечную станцию. Добро пожаловать в апельсиновый оазис, место, где луна светит ярче. Пожалуйста, организованно покиньте вагон. Спасибо, что выбрали нас. Мы всегда будем рады видеть вас в нашем поезде. Пш. О, тост. Не, ну наркомания знатная, конечно. Нет, на поезд сесть не хочу. Так, вот мы, короче, в цветочном оазисе. Окей. Окей. Апельсиновый, точнее, цветочный. Апельсиновый оазис.
Динораскопки. Блин, такая большая игра, капец большая игра. Просто жесть. Не, ну молодцы, конечно, ребята, да. А сколько они времени вообще на эту игру потратили? Ну реально, сколько они ее разрабатывали? Ну я слышал от ребят, что прям, ну долго. Ну а вот насколько долго? Так, мы же можем скакать уже по этим штукам. О! Так, ну-ка. О! И там еще с другими какими-то О. Зефирки. А, это просто так? Песочная статуя своеобразного старикашки. Понятно, короче. Блин, а оазис-то капец большой. Я очень хочу сказать. Ну это прям такая полноценная локация. Так, ну чё, бахнем его, не? Ну-ка, сколько дэмэджа нанесем? Блин, такой миленький. Это какой-то пёсель или... А, блинчик-ролик. А, блинчик-ролик. Я понял. Очень милый блинчик-ролик. А, ну это кролик-кексик. Понятно, короче. А, тут типа усы. Это пасхалка просто такая или чё? Так. О! Саб, ты не уверен, что это значит? Вот оно, своеобразное лицо. Большое лицо. Эти полости, что я отмечаю, в них я скрываю мои самые драгоценные вещи. Да, я бью свое лицо, чтобы вспомнить, но слегка. Чуть сильнее, и оно разобьется. Ударь, еще сильнее, и оно разобьется. Понятно. Капец, тайники, это все тайники были, ты представляешь? Пачка джема. Блин, это реально были все тайники. Капец. Что делать, если сыр не твой? Брын, забей. Блять, это даже настолько... Это настолько тупо было. Бля, это просто было отвратительно. Ну то есть это даже не в тему вообще было. Это не то, что прям тупо кринжово, это прям вообще даже ведь никак. Эй, это же то место. Хотите туда зайти? Какое то же место? А, мистер Крутозуб сказал мне однажды пароль, чтобы я смог выполнить одно из его поручений. Я люблю этих ребят, они очень веселые. И что? Пароль? Нет пароля, нет входа. А-а-а. Мне Хира нужен. Ну-ка, давай. Эй, Хоуги, это я, Хира. Пароль такой-то. Хира, дружище, привет-привет. Дверь открыта, заходите. Нифига себе. Ладно. Че, набулздыкаемся? Побездельничать с друзьями, да? Побездельничаем. Че бы и нет. Пять сока. И чё? А чё нам здесь сделать-то надо? А, Хоуги. И что? Так, а чё здесь надо выполнить? Я и Хоуги, владельцы этого заведения. Он мускулы, и я тоже мускулы. И все? Ничего не понял, но очень интересно. В чем смысл? В чем смысл этого места был? Я, честно говоря, не понял. Не, нахрен эту. Улитку. Мне как-то вообще не по пути выполнять, честно говоря, доп-квесты, поэтому... Ага.
Погнали, раскопочки тут, блин, ведутся. А здесь что? О, пазл. Нужно было послушаться. Чего? Слышь? Нифига наезд. Короче, мало того, что скам, так еще и пасхалка, так еще и скам. Не надо нам такого счастья. Куда мы вообще премся? Блин, без цели, конечно, вот не очень переться, а то победили этого. Победили кита и все. Типа цели. Цели как таковой нет. А. Понятно, блин. Наебывают, короче. Да, понятно. А, я понял. Все, это просто типа, что я иду против системы. Короче, против системы просто иду, и поэтому да. И поэтому да. Ух, нихрена тут сколько мобов. Да фак. Не-не-не-не. Нам, у нас получается убегать, мы убегаем. Хорошо. Ладно, идем туда, куда надо. А, фак. Обманули. Забайтили. Пам-пам-пам-пам-пам. Это мы типа в замок притопали? А, что? Ладно, просто бессмысленная лока была. Я понял. Охренеть тут. Апельсиновый мэн. Ага. Не, это все побочки, типа. Это все фигня. Ага. В этом доме никогда не бывает скучно. Правда, Виктор? Ува. Что? Ладно. Сколько заданий, ты посмотри. А че мы что-то делать-то будем? Ну, в плане по главному-то квесту. Или че? Типа, тут есть какой-то главный замок или... Что-то еще, я хз. Какие-то раскопки здесь, смотри-ка. Окей. Ага. Сверкающий телескоп, хотите взглянуть? Конечно. Ну, пирамида, найс. А, не-не-не, в смысле? Да, конечно, я еще не поглядел, я еще нормально не поглядел. Нифига. Ну-ка. Ну, мы бы найдем что-нибудь. О, ха-ха. Понял. И это все? Вообще нифига. Вообще не... А, динораскопки, наверное. Нам туда надо все-таки. Я так думаю. Основное это место, типа, это... Динораскопки ведь. Тут понятно, это там второстепенки всякие. Я просто немножко растерялся в большом пространстве. Но нам... Нам, я так понимаю, ведь сюда... То есть, да, мы вот так вот пришли, и мы потом ушли просто направо, а нам вон в центр, погнали. И тут, скорее всего, будет какая-то делюга. Приветствую, маленькие авантюристы. Добро пожаловать в динораскопки. Меня зовут Дина, и я основатель динораскопок. Хм, а вы изголодались по сокровищам? Вы готовы к целой ложке приключений? Что, значит, вы пришли в правильное место. Здесь, на динораскопах, вы создали отличнейшее приключение с... Поиском сокровищ, которые вы можете ощутить всего за 100 гребешков. Готовы насладиться веселой и захватывающей раскопкой сокровищ? Да давай, чё нет?
Династично. Окей. Так, ну мы, наверное, пойдем за ним, но сначала тут походим. А, он тут чел торчит, у которого тоже задание какое-то определенное. А, ну и все, в принципе. Окей. Погнали. Ну ладно, дети, обо всем по порядку. Здесь, на динороскопах, мы копаем ложками. Раз у вас нету ложки, я вам дам картофельную ложку бесплатно. Нормально. Выберите, какую ложку будете использовать. Картофельная ложка. Водка, вот так, верно, брат. Вижу, ты схватываешь на лету. На нашей специальной площадке для раскопок пищевой пирамиде вы сможете найти самые редкие сокровища во всей галактике. И что самое лучшее, вы можете все оставить себе. Это динотировано. Позвольте рассказать о месте раскопок. У пищевой пирамиды 4 этажа. Вы всегда начинаете с первого, но если повезет, вы можете найти ключ пирамиды, который можно открыть врата пирамиды, ведущие на следующий этаж. Чем выше зайдете, тем лучше сокровища. Но есть один нюанс. Каждую ложку нужно использовать определенное количество раз до того, как она сломается. Например, картофельная ложка ломается через 5 попыток. Если ваша ложка сломается, охота за сокровища закончится. Врата пирамиды закроются, и мы позовем вас обратно к входу. Вам понятно? Да? Предельно. А можно какую-нибудь попонтовее ложку купить? Короче, казиныч, понятно, казиныч. Платишь депозит. Итерации, типа, копаешь-копаешь, что-то находишь, либо не находишь. Все понятно, просто чисто казиныч. Но мне бы ложку подороже, чтобы, так сказать, больше итераций было, да? А теперь время для недопредупреждения. Сокровище не единственная вещь, которую вы найдете в пищевой пирамиде. Во время вашего тура вы найдетесь на зазулевых зверят, ищущих драки. Мы не ответственны за любой урон, нанесенный вам и вашему имуществу во время вашего приключения. Да, понятно. Ну, я понял. А. А где копать? А, все. Ах ты, тварь. Я могу их избегать. А, я не могу избегать их. Нихера себе, блядь. Вот это прикол. Так, кел в защиту. Ну-ка, давай. Ладно, повнимательнее надо быть. Так-то. Ну-ка. Ну давай их бахнем. Блин, а Обри меня любила? Или нет? Ну как будто типа да. Как будто вроде бы да. Так, готовка на Обри. Найс. Вот вас, когда Амори приходит в восторг, это вообще дичь. У него прям очень криповое лицо. Очень криповое, реально. Так, не, я посижу лучше. АФК. А я похилю Амори. О, мимо. Найс. Я еще и фоловый из битвы выйду. Нормально. Так, да, 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 да. А, ну да, почти фуловый. Ну сейчас мы там найдем Мари, похилимся, поди. О, нифига, кстати, получил-то нормально. А экспы-то нормально получил. Динодоллар, что это значит? Подожди. А, и все. И вот, в принципе, все раскопки. Ага. Все, понятно.
ни хрена не нашел, честно говоря. Ну да ладно. А динодоллар это мне где менять? Угу. Ну я вот ни торгаша никого не вижу. А, вот торгаш. Все, 4 динодоллара у меня есть. Ну? Давай, вот. Вон оно как. Пластиковую ложку, 10 раскопок за 3. А, давай, давай. Пойдет. Ну а что, получаем динодоллар, а потом еще больше копаем. Ну, сотка гребешков, конечно. Тоже такое. Ну давай еще покопаем чуть-чуть. Интересно просто, что мы сможем там найти. Интересно. А потом какую-нибудь понтовую ложку. Так, пластиковая ложка, конечно. Все, погнали. Так, только сейчас нужно... Нужно, короче, этих чудиков кайтить. Да фак. О, ладно, убежали хотя бы. Хотя бы убежали. То я не шибко хочу с ними сражаться, честно говоря. А можно мне динодоллар, не? Я хочу самую понтовую ложку. Опа, все, найс. Блин, прикольную штуку. А, все? Понятно. Хотя, шмотки так-то находить буду, может быть, всякие еще ничего. Еще. Так, ну ладно, хорошо, допустим, покопались мы здесь. И что? И типа это все, что здесь есть? Ну, кроме побочных заданий. Кто здесь главный? Кто здесь? Кто здесь кто? О, торгаш. Кста. Так, жизни джем. Берем. На похер, 10 штук покупаю сразу. Конечно. На всех друзей злость. Ебануться. Ну, давай. 5 штук возьму. Всем друзьям сок. О, это очень хорошо. 10 штук беру. Ну, сразу впрок. А, и только, блин. Ну, да. Ладно, 5 штук возьму. Пойдет. Ну, а что, впрок-то на всякий случай надо закупиться. Да, блядь. Так, опять зеркало бесполезное. И чё, все? Больше здесь ничего нет? А мне куда топать-то? Здрасте. Ну, апельсиновый чел, хорошо. Эй, что ты делаешь? Меня зовут Апельсин Джо, и я бросаю апельсины. Вау, как круто, но почему? Потому что я ищу своего давно потерянного брата-близнеца, Апельсина Джо. Мы были разлучены при рождении, но в своем цитрусовом сердце я знаю, что он все еще скитается где-то. На каждом апельсине выгравировано сообщение, объясняющее, кто я и как меня найти. Я надеюсь, что если я разбросаю их по всех направлениях, один из них попадется ему и направит назад ко мне. Ой, как мило. Надеюсь, ты найдешь своего брата рано или поздно. Спасибо тебе, девочка. Я знаю, так и будет. Мое тело здорово и полно надежды и бодрости, но на всякий случай, если вам все же придется... Ага. Да ладно. Без проблем. Ну это да, это как бы просто, блин, побочка. А что здесь? А где здесь сохраниться можно? В этом царстве. Что-то вообще не понял. О, жизни джем, нормально. Типа, ну пучина и... Ну, ладно, пучина и пучина.
пираты эти стоят здесь. О, стопы. А, вот и Мари. Да, иди, твою мать. Подожди. Так. Сейчас, давай. Ага. Привет, Амори, знаешь что? Песок тут вовсе и не песок. Это коричневый сахар. Разве это не прелесть? Жарковато тут. Это уж точно. Не забывайте пить воду, ребята. Да ладно. Вредные карамельные яблоки. Да блин, сладкое. Все вредно, в принципе. Камон. Чё уж именно яблоки-то завредили вдруг? Так, и мы здесь-то уже были. Или чё, или не были мы здесь? Какая-то супер большая локация, но... чуточку бесполезная. А, ну да, мы здесь были. Так. Ну блин, я в замешательстве на самом деле. Я вообще хз, куда идти. И... ну ладно. Обри, говорю. Ну Мари. Что-то мы просто хорошо шли, а в итоге что? А в итоге куда нам надо? И, ну, типа, окей, мы расследовали две локи. И все. А пока что я вообще хз, куда идти. Ладно, ребят, я думаю, что мы на этом сегодня остановимся, потому что я подустал, я реально не понимаю. Напишите в комментариях, что куда вообще и как, что дальше делать, куда вообще дальше идти. Вот. А вам большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, комментируйте, оценивайте данное видео. Встретимся с вами в следующем прохождении Амори. Я как раз таки видео выпущу, почитаю потом комменты и запишу как раз вечерком, надеюсь. Напишут, если... ну, блин... надеюсь, что успею, и потом запишу как раз видосик. Завтра, получается. Все, ребят, всем ба-ба.